Английский язык необходим повсюду – во время учебы, на работе и отдыхе. Чем раньше ребенок начинает его изучение, тем увереннее он чувствует себя на уроках в школе, при выполнении домашнего задания, тем успешнее будут его проверочные работы, тем выше у него будут баллы на ОГЭ и ЕГЭ. Лингвоцентр ABC помогает в этом с детства. ABC – это профессиональное преподавание английского с 2005 года. Более 20 филиалов во всех районах Новосибирска. Педагоги с высшим образованием, высоким уровнем владения английским языком и умением заинтересовать учащихся дошкольного и школьного возраста. Наши филиалы размещены на базе общеобразовательных организаций. Дети могут посещать дополнительные занятия по английскому непосредственно в своей школе. Обучение проводится небольшими группами до 10 человек. Занятия проходят 2 раза в неделю в игровой форме и насыщены учебным материалом из аутентичных учебников. Основной акцент делается на устную речь. Носитель языка, который регулярно проводит уроки в каждой группе, помогает детям правильно поставить звуки, учит распознавать крылатые выражения в потоке речи. У дошкольников и учащихся младших классов в атмосфере праздника проходят открытые уроки, на которые приглашаются родители, чтобы посмотреть, чему научились дети. Начиная с 3-го года обучения, учащиеся сдают экзамены, основанные на международных стандартах. Разговорные клубы в лингвоцентре ABC с носителями языка дают возможность преодолеть языковой барьер, усовершенствовать навыки общения, повысить качество устной речи и познакомиться с культурой англоязычных стран. По окончании учебного года вручаются сертификаты о завершении очередной ступени обучения. Are you going to learn English? Лингвоцентр ABC. С языками на «ты».